хочет не поклониться Мессии, а убить его. Ироду пришлось много ждать волхов, а когда он понял, что они разгадали его замысел, то отдал жестокий приказ убить всех младенцев возрастом до 2 лет. Но Бог спас своего сына. А что же с нашим пастушком, который так хотел увидеть Мессию, столько препятствий он преодолел во время своего пути. Холод, голод, боль, одиночество и все тяготы дороги. Но он не унывал, хотя знал, что его друзья-пастухи давно уже дома, что волхвы нашли младенца и принесли ему богатые дары. А у пастушка в руках только костыли. Как крепко верил он, что найдет того, кто может все. Вот, я пришел поклониться тебе. Прости, что у меня ничего нет, никакого подарка. Я не думал, что царь царей родится в хлеву, среди животных. Прими от меня то единственное, что я могу дать тебе, низкий поклон и мою искреннюю любовь. Николай, ты очень добрый человек. Я смотрю на вас и вижу свою тяжкую жизнь, твои слезы, твои одиночества, а тоже твою надежду. Знаю, что надежда никогда не победила. Посмотри на спасителя всего человечества. Никто не хотел принять его в свой дом. Все отвернулись от него. Я думаю, тебе, Николай, тоже знакомо это чувство, ведь тебя бросили твои родные. Но помни, Бог всегда с тобой. Даже если тебе кажется, что все тебя покинули. Николай забыл, что хотел попросить Мессию исцелить его. А когда вспомнил, то горько расплакался. Ему ничего не оставалось, как вернуться домой в свой шалаш, к своему стаду, своим друзьям. Но когда пастух шел домой, он почувствовал силу в ногах и увидел, что может крепко стоять на них. Он отбросил костыли и побежал обратно к священнику. Господи, я знал, что ты меня услышишь. Ты всегда слышишь человека. Спасибо тебе. Помни, что надежда никогда не погибла. Светлой дали.